Губернатор Приморья Олег Кожемяка посетил новую выставку в музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева «Поход на Восток. Остроги Сибири». Экспозиция посвящена столетию образования Якутской АССР и рассказывает о том, как взаимопроникновение культур в свое время привело к созданию самого большого и самого многонационального государства. Очень важно с тем, чтобы вот такие выставки были, они наиболее наглядно показывают о пути, о тех трудностях, с которыми сталкивались русские путешественники, эти русские люди, о том бытии, о тех характерных особенностях оружия, о утвари, вот, об одежде, вот, о промыслах, которые здесь были распространены. Сейчас в четырех залах посетители могут увидеть редкие и уникальные предметы из фондов Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Экспонаты легендарной мангазеи первого города Заполярья, просуществовавшего всего 71 год, но оставившего яркий след в истории региона, предоставил Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени Шимановского. А музей-заповедник истории Дальнего Востока, в свою очередь, показывает часть ранее не выставлявшейся этнографической коллекции, переданной на хранение Владимиром Арсеньевым. В документации того времени используется довольно часто слово «сказки». Ну, вы, наверное, помните, что сказками называли доклады. Доклады. Соответственно, здесь у нас вот в этих динамиках у нас озвучены фрагменты сказок, докладов служивого люда, которые ходили в Сибирь и возвращались. Олег Кожемяка, познакомившись с выставкой, отметил, что посмотреть ее будет полезно и интересно всем приморцам, интересующимся историей родного края и в целом своего государства. Это одна из таких важнейших этапов познания, освоения Сибири, потом в последующем будет Дальнего Востока, нашего Приморского края. Мы ведем тоже большую работу, будем ее продолжать и по тем раскопкам, по археологическим тем памятникам, которые есть практически в каждом районе нашего края, которые знаменуют богатейшую культуру народов, населяющих ранее Дальний Восток. В Приморье к 150-летию Владимира Арсеньева приурочен целый комплекс мероприятий. Также начал работу сайт, где собраны материалы о жизни путешественника. Кроме того, в текущем году приморские школьники, можно сказать, оживили созданный по поручению губернатора Олега Кожемяка учебник по краеведению. Анна Дьякова, новости на Восьмом.